привет. Сегодня мы поедем на модном паровозе узкоколейном, который у нас в России уже почти не осталось. А вот на Фиджи пока еще их держат на ходу для перевозки сахарного тростника. Ну и вот один участок есть для туристических поездок. Так что всем welcome, начинаем трип. На дальней станции сойду, запахнет медом, живой воды попью. У журавля тут все мое, и мы отсюда родом. И васильки, и я, и тополя, тут все мое, и мы отсюда родом. И васильки, и я, и тополя. На дальней станции сойду, необходимо высокой ветки в детство загляну. Ты мне опять позволь, мой край родимый, быть посвященным в эту тишину. Ты мне опять позволь, мой край родимый, быть посвященным в эту тишину. На дальней станции сойду, трава по пояс, зайду в траву, как в море босиком, и без меня брат. У нас временная остановка в национальном парке. Поссать, в общем, поссать. Сигатока Сэндю. Без меня обратный скорый поезд растает где-то в шуме городском. Растает где-то в шуме городском. В общем, тут движняк на движняке. Посадили какого-то укурка туда за руль. На следующем, походу, это я буду там на обратной дороге. Хорошо с былым наедине, бродить в полях ничем не беспокоясь, по васильковой синей тишине, бродить в полях ничем не беспокоясь, по васильковой синей тишине. На дальней станции сойду, запахнет медом, живой воды попью. У журавля тут все мое, и мы отсюда родом. Обратно поезд идет через 2 часа, поэтому мы решили взять машину тоже от этой же конторы, и они нас везут обратно на станцию. При всем том, что поезд едет почти 2 часа, на машине добираться порядка 15 минут. Это наш водитель. What is your name, bro? Garage. Say hello. Hola. Hey, Bula Vinaka.